Всем большой привет! И, кстати, у нас спрашивали в комментариях, до какого числа конкурс. Конкурс условия будут, выйдут или послезавтра или завтра. Уже, я по английскому так не умею, но я знаю, что было слово лиса. И она очень классно меня нарисовала. Я офигел. А сейчас будет уборка моей клеточки, потому что тут очень много какашечек. Сейчас мы будем убивать моей клеточки. И да, ребята, сейчас мы будем убирать клеточки Арнольдика. Первым делом надо все отсюда снять. Давайте снимем отсюда все. Делать я это буду на камеру. Кстати, мы Арнольдику наконец-то купили коврик ПВХ. Мыть надо. Коврик ПВХ. Ладно. И сейчас мы постелим Арнольдику коврик ПВХ. А под низ уже все знают, что надо слить клеточный наполнитель. Арнольдик пока что пойдет к маме моей. Все, Арнольдик уже... Сейчас мы отсюда все уберем. Да, Мисочка любимая. Кстати, вы можете посмотреть на моем канале видео, когда я пока... Ну да. Это... Сейчас вы тоже. Итак, я не выпустила, а положила уже таким. Сейчас я весь мусор вынес. Вот он. Положу в мусорку. И продолжу. Так, я уже все это сделала. Сейчас я помою вместе с вот этой штучкой. И сейчас я пойду помою. Друзья, я не смогла помыть сенницу, потому что... Кстати, мои ребята не отмываются. Я не смогла помыть сенницу, потому что у нас отключили воду. И успела помыть только подол. Как раз там чуть-чуть воды. Она текла вообще очень мало, и то только холодная. Ну ладно, давайте уже насыпем подол котячего наполнителя. Или как это называется? Чуть-чуть надо насыпать. Сейчас я вам покажу. Как оно сыпется. Как оно сыпется. Нормально. Покажу вам, как оно сыпется. Столько, я думаю... А нет, еще не хватит. Так, вот столько. Хватит. Да, тебе надо сейчас поделить. Нет, столько не хватит. Еще надо. Нам котам не хватит. Все тут это свиньи. Всегда. Я за свои деньги только ему все покупаю. Ну все, хватит, столько. Так, теперь надо отрезать наш коврик ПВХ по размеру. Для этого я как раз взяла ножницы. Вот наш коврик. Очень даже мило будет выглядеть. Так, ну вроде. Так он как раз. Вот. Вот. И вот. И вроде так тоже как раз. Не, вот, тут все-таки надо три полосочки, четыре даже, надо отрезать. Сейчас отрежем. И вот, как раз 4 полосочки нам понадобилось отрезать. Теперь мы посмотрим, как тут отрезать. Вроде бы вот так вот. Как, чтобы я не ошибаюсь. Сейчас я так отрежу. И вот, я как всегда угадала с размером. Можно было, конечно, еще чуть-чуть подрезать, но мне кажется, и так как раз. Вот, смотрите, как классно. Мне очень нравится. Сейчас я положу туда кормушечку и кормушечку насыплю еды. У меня плохая новость, вроде бы нету корма. Сейчас еще лучше поищу. Корм все-таки оказался. Мама мне подсказала, где он лежал. Вот наш корм. Сейчас я положу этот корм Арнольдику в мисочку. Главное, ничего не просыпать. Мимо. А то будет некрасиво. И, кстати, я вам гарантирую, что вы, если вы владельцы морских свинок, чтобы вы взяли коврик ПВХ. Но! Есть одно но. Каждый день вы должны проводиться по клетке совочком. И все какашки будут на совочке. И так каждый день, и так у него будет чистенько и будет приятнее смотреть. Вот, я насыпала ему корм, сейчас я соберу ему клеточку и покажу вам. И вот как классно, это мне очень нравится. Так даже красивее, сейчас я положу туда Арнольдика и посмотрим на его реакцию. Запускаем Арнольдика, давай, оп, молодец. И она сразу идет к кормушке, нет, к солевой, нет. Так, он не поймет, что случилось. Ай, Арнольд. Кстати, вам какой больше голос нравится, мой обычный или который сейчас? Я сейчас не знаю, какой, у меня сейчас обычный или... Сейчас быстро, я еще не... Не, ну как, ну конечно. Ну вот реакция, Арнольдик. Писаная попа. Ладно, всем пока и до новых видео. Пока-пока, ребята.